А у нас сегодня праздник, потому что мы встречаемся с вами на очередном розыгрыше «Час удачи». Здравствуйте, дорогие участники розыгрыша. Здравствуйте, все-все-все наши дорогие партнеры. Я очень рада вас приветствовать на этом праздничном розыгрыше. Почему он праздничный? Ну, может быть, потому что на улице весна. Природа пробуждается, солнышко светит. Ну, что так хорошо-хорошо, как будто бы наступил настоящий праздник. Еще потому что транслироваться эта запись впервые будет 8 марта, Международный женский день. Это тот праздник, который, наверное, как писал когда-то Пушкин про себя же, к нему не зарастет народная тропа. Вот к этому празднику действительно народная тропа не зарастет, потому что именно весной, когда пробуждается природа, пробуждается женщина. Поэтому я желаю нам всем с вами сегодня удачи. Я желаю нам с вами верить в свою удачу. И если даже не сегодня, то в следующие разы, а часов удачи мы планируем проводить это так каждый месяц, поэтому будьте всегда вот в этих списках, которые я сегодня зачитаю. И одиннажды, и даже не одиннажды, вы обязательно получите ваш подарок. Ну а сейчас я расскажу техническую часть до розыгрыша. Долго вас томить не буду, потому что действительно хочется узнать, выиграю, не выиграю, что сегодня выиграю. Итак, у нас участвует в этом розыгрыше за февраль месяц 66 человек. Здесь у меня в руке уже карточки разрезанные, которые пойдут вот в этот такой свежий новый бокал специально, предназначенный для розыгрыша «Час удачи». Вы знаете, что до этого мы проводили розыгрыш «Час удачи» нашей волшебной коробки, но мы решили немножко изменить традиции. Весна, начало всего нового, и я думаю, что сейчас как никогда, кстати, новый сосуд для наших розыгрышей. И я хочу зачитать, кто же участвует в «Часе удачи». Если вдруг я произнесу неправильно имя или фамилию, или поставлю неправильное ударение, заранее прошу вас прощения. Итак, в розыгрыше за февраль месяц 2018 года принимают участие Даулетов Дасбол, Нуркенова Крылыгаш, Керейбаев Нурым, Башаева Жанар, Касабаев Ерлан, Ерпиисов Нурбол, Ахмедова Марал, Ахтаева Замзагуль, Жалдынбаев Максад, Умбетова Гульнабад, Скакова Райхан, Нурлыбаева Райхан, Пак Ольга, Шакпаров Казыбек, Сложнева Анастасия, Ким Татьяна, Шин Ульяна, Ким Дмитрий, Егиубаева Айжан, Ерилоевец Оксана, Жунусова Галя, Батабаева Кульзахан, Пак Светлана, Жанбырбаева Асель, Бондаренко Елена, Петрова Елена, Пролиев Абылай, Ким Сергей, Ли Цун Е, Алихан Садуакас, Кузнецов Игорь, Дуйсен Багдаулет, Калдыбай Керимжан, Жалдазбекова Нурсулу, Покушева Марина, Джалбагаева Сапура, Шаповал Кристина, Бейсикенова Рыстай, Карпова Лена, Хасанзаева Садже, Тарпанова Ляйля, Брикотнина Елена, Джананова Гульнас, Юнус Джанов Шерзот, Нестерова Фаина, Киякова Елена, Ильичева Ирина, Каражанова Несибели, Лигай Виктор, Садыкова Жанна, Джумаева Айнура, Керембекова Алия, Кабдулова Хатима, Смагулова Ильмира, Адильбекова Алма, Мухамедьянова Наиля, Даулетбаева Атирку, Жанбырбаева Анель, Шакимова Гаухар, Казденова Майра и Казденова Жанар, Тулигенова Лиззат, Куралбаева Баян, Малтаева Гульджан, Атабаев Аскар, Чернаева Татьяна, Белянкина Наталья. Вот все наши 66 участников, я их зачитала, поэтому списки отложу. И беру в руки те же самые карточки с вашими именами и фамилиями всех 66 участников и опускаю их немножечко так, деля эти
бумаги, эти карточки, правильно сказать, чтобы они были в свободном полете. Итак, все карточки здесь. Немножко перемешиваю, немножечко встряхиваю. И прежде чем начать розыгрыш, я расскажу вам, что же мы сегодня разыгрываем. Мы разыгрываем 5 смартфонов. Прекрасный инструмент нашего бизнеса, потому что сегодняшний день смартфон – это не просто средство связи. Он может быть в меньшей степени телефон, но он же является нашим и мини-планшетом, и выход в интернет, может быть, демонстрация презентаций, и, конечно же, общение с партнерами. Это и чаты, это и WhatsApp, и Viber. Ну, в общем, все сегодня в себе вмещает, вот абсолютно из того, что нужно нам в бизнесе, все в себя вмещает смартфон. Поэтому 5 прекраснейших смартфонов, которые мы разыграем с вами, я думаю, что вы будете ими довольны, потому что они, ну, как нельзя лучше, новый смартфон в нашем бизнесе, конечно же, пригодится. Еще мы с вами разыграем 5 призов денежных по 130 денежных единиц каждый. Вы можете использовать эти деньги так, как вам хочется, так как в чем вы нуждаетесь. Вы можете купить продукт какой-то или какую-то услугу в интернет-магазинах. Компания сделает вам оплату, предложит оплату. Конечно же, вы можете купить продукцию компании Фукадавол. Выбирайте то, что вам сейчас интереснее и нужнее. Весна на улице. Весна. Поэтому можно многое. Ну и главный приз сегодня у нас – это тоже деньги. Это 500 денежных единиц, которые вы точно так же можете совершить покупку, которая вам сейчас нужна, в которой вы нуждаетесь. Или которую вы давно присмотрели, но не могли по каким-то причинам позволить себе купить. Вот он, ваш шанс и ваш час удачи. Ну что ж, фортуну ублажили. Что будем разыгрывать, я сказала. Все имена и фамилии в этой волшебной колбе. И что же мы с вами делаем? Мы начинаем. Розыгрыш начался. Первое, что мы с вами будем разыгрывать, это смартфон. И я думаю, что не будем сейчас очень долго мы с вами говорить о смартфонах, тем более, что вы уже так про них много знаете, что они нужны и что они помогают. Я лишь перемешаю еще раз хорошо карточки и достану первого победителя. Итак, первый смартфон в сегодняшнем розыгрыше достается ПАК Ольга. Ольга, я вас поздравляю от всей души. Телефоны, вернее, один телефон ваш летит, скоро прилетит. Второй смартфон. Мы с вами сейчас рука судьбы в этом волшебном стакане. И второй смартфон достается Шин Ульяна. Ульяна, поздравляю от всей души. Ждите новенький смартфончик. Скоро-скоро станет вашей собственностью. Третий смартфон мы с вами разыгрываем. И он достается Ахтаева Замзагуль. Замзагуль, примите поздравления, овации, аплодисменты. Пользуйтесь на здоровье новеньким смартфоном. Четвертый смартфон достается у нас Батабаева Кульзахан. Кульзахан, поздравляю от всей души. Пользуйтесь на здоровье. Вот вы еще не знаете, что вы выиграли смартфон. А здесь мы, сегодня у нас час удачи в Юрмале, мы уже об этом знаем. Итак, пятый смартфон, заключительный из сегодняшних смартфонов, это только сегодняшних, у нас очень много впереди, достается Даулетов Дасбол. Дасбол, поздравляем от всей души. Вам, Питер, мои аплодисменты примите сегодня. И я точно знаю, что вы теперь, даже если вы никогда ничего не выигрывали, теперь вы точно удостоверитесь в том, что удача, она на вашей стороне. Просто нужно вовремя сделать то, что необходимо для участия в часе удачи. Ну а сейчас мы с вами разыграем 5 денежных призов по 130 денежных единиц каждый. И первый денежный приз у нас достается, даже несколько карточек сразу же. У меня, так, Мухамедьянова Наиля.
Примите поздравления, 130 денежных единиц уже фактически ваши. Вторые 130 евро. Ой, прошу прощения, 130 денежных единиц. Знаете, когда живешь в еврозоне, очень трудно перестроиться иногда. Но вторые 130 денежных единиц у нас улетают. Адильбекова, Алма Кабдешевна. Я вас поздравляю. Алма Кабдешевна – это одна из лидеров компании, поэтому мы, конечно же, с ней знакомы. Очень приятно, что подарок достается тому человеку, которым мы достаточно хорошо знакомы. Поздравляю. Удача тоже на вашей стороне. И еще один. И один призер у нас. 130 денежных единиц достается Шакпаров Казыбек Нурхенович. Казыбек, поздравляем вас. Вы счастливчик. Четвертые 130 денежных единиц. Кому же они достанутся? Кому же, кто этот счастливчик? Это счастливчик Жанбырбаева Асель. Асель, от всей души поздравляем. 130 денежных единиц уже летят к вам. Итак, пятый. Кто же этот пятый счастливчик, который получит сегодня 130 денежных единиц? И это Легай Виктор. Виктор, поздравляем от всей души. 130 денежных единиц ваши. И плавно, и достаточно быстро мы с вами перешли к нашему главному призу. А главный приз сегодня – это 500 денежных единиц на любую вашу покупку, ну, в рамках, естественно, 500 денежных единиц. Бумажки, карточки шуршат. Сейчас рука моя, она выберет этого человека, которому достанется этот приз. И вы обязательно потратите эти деньги на то, чего хочется именно вам, чем нуждаетесь именно вы. Знаете, это очень важно, когда человеку, вы знаете, говорят так часто, сам себе не купишь, или не мог себе долго позволить. Ну, у нас разные судьбы, мы по-разному живем, разные ситуации. И вот эти деньги, которые сейчас прилетают на ваши нужды, на ваши потребности, нужно потратить. Ну, так желательно, фортуна она такова, желательно потратить именно на себя. Это для того, чтобы вот укрепить эту связь, вы и удача. И когда удача поймет, что да, вам нужны деньги, вам нужны подарки, она будет достаточно часто приходить в вашу жизнь, я сейчас не шучу абсолютно. Это 100%, это технология удачи, она такая. Итак, все эти разговоры заканчиваются. 500 денежных единиц получает, выигрывает счастливчик или счастливица. Одна карточка. Кабдулова Хатима. Хатима, поздравляю вас от всей души. Вы сегодня выиграли наш главный приз 500 денежных единиц. Конечно же, распоряжайтесь ими так, как вам необходимо. Ну вот, смотрите, как быстро сегодняшний розыгрыш у нас закончился. Даже немножко грустно его заканчивать, но, вы знаете, будет следующий час удачи, который пройдет в апреле по итогам марта. Обязательно участвуйте в наших часах удачи. Обязательно. Потому что это всегда приятно. Это всегда интересно даже выиграть что-то такое небольшое, несущественное. Но если мы говорим о подарках от компании Fukaidan World, это всегда ценные и очень нужные подарки. А у нас по-другому не бывает. Но мы такие люди. Но я напомню, для того, чтобы стать участником часа удачи, нужно купить продукции компании Fukaidan World на 330 баллов и больше. И я считаю, что это очень ценно. Это очень ценно не просто получить качественный продукт, но вы еще можете и получить вот такой вот знак от фортуны, от удачи. Ну что ж, поскольку это видео выйдет 8 марта, я поздравляю всех-всех женщин с этим международным женским днем, с этим весенним праздником. Пусть в ваших душах всегда будет весна, вне зависимости от времени года, вне зависимости от того, в какой ситуации вы находитесь. Женщина, она такая, у нее всегда на душе должна быть весна. И тогда все, что ее окружает,
тоже будет покрыта вот этой дымкой весеннего настроения, дымкой счастья. Женщины могут очень многое, мы с вами убеждались в этом не один раз. Поэтому, дорогие мои милые женщины, будьте счастливы, будьте удачливы, будьте успешны. Перед каждой из вас открыт целый мир для ваших возможностей, для воплощения ваших идей, для того, чтобы вы реализовали ваши мечты. Пусть будет у вас все, все, и даже еще немного больше. Ну, а с вами сегодня была я, Людмила Бутакова, и час удачи компании Fukuitan World. До следующих встреч. Пока-пока.